Мьюзик Гуру, спасибо большое за донатыч. Мое почтение. Классику закинул. Честно, вот залупа. Во-первых, сразу бесит, что, сука, она только в левом ухе звучит, эта скрипка. Ну, больше в левом, то есть точно, чем в правом. Во-вторых, честно, я вообще терпеть не могу ни скрипки, ни вот эту вот всю хрень. Особенно, когда у них вот именно вот само трение по струне, то есть это вот трение волос, короче, смычка об струну. Оно как дыхание умирающего деда для меня звучит. Вот этот вот звук, я его прям... Если в него слушаться, я его слышу просто громче, чем сам тон. Спасибо. У меня простая проблема донатить в Кацапию. Через три пизды доначу. Осуждаем такое название. Это 500 проблема. Ну вот тебе что было еще где? А еще я тоже по ценнику без очереди донатил. Да, но чуть-чуть позже. Короче, глянем. Сорявись. Или я перепутал. Ну да, тут 13 минут, тут 7 минут назад. Тут очередь без очереди просто сейчас. Меня бесит, что у меня левое ухо насилуют так долго, и ничего не собираются с этим делать, чтобы исправить. Вот это прям бесит. Стало лучше, да, интереснее. Всю скрипку вот прям убирайте, убирайте нахер отсюда уже все из моего левого уха, отстань уже, скрипка позорная. Вот, и потом вот сидел, сидел там, пиликал, и пришло. Чат, как называется этот ритм, кто знает уже, кто мои стримы постоянно смотрит? Сейчас осталось добавить. Констанция, зеленоглазая моя. Констанция, такси мое зеленоглазое. Вот и осталось. Все, и все, больше ничего и не осталось. Ну, кстати, да, если вы что-то... И бластбиты страшные. Тогда будет охренительно. Прям вот да. Блин, вроде что-то делается иногда интересное, но просто в сумме настолько... Тут как минимум запись просто тоже, опять же, она... Ну, скорее всего, она очень старая. 71-й год. Да, просто тогда люди не особо понимали, как со стерео работать. Ссылку, конечно, можно. Просто, типа, они делали это не для наушников, а там для колонок. Типа, что скрипка прикольная, она будет где-то слева там звучать. Вот. Есть некоторые записи старые, которые прикольно звучат и в наушниках тоже, а есть вот такие. Выносит Чайковскую или также Жуху. Не выносит, но не так же жухло. Это как бы по-другому жухло. Классика вся говно. Нет, определенно нет.
есть роскошные треки, роскошные композиции там и так далее. Но есть кал, конечно. Просто люди говорят, ну, есть одни, как бы, которые считают вся классика говно, потому что унылая, а есть люди, которые говорят, что вся классика крутая, потому что она для умных. Но по факту это два неправильных мнения. Просто некоторая классика — это шедевры, некоторая классика, даже композиторами величайшими написанная, это просто такой рыготный кал, что даже вообще стыдно вспомнить. То есть, ну, здесь просто это вот прямо вот в духе, как будто, не знаю, итальянских драм каких-то вот как раз 70-х годов. То есть, ну да, здесь и есть Италия, то есть вот это вот все. То есть либо Lanfran, Lanfran, либо там Puke Boy. Puke Boy, Puke Boy. То есть вот прям вот что-то такое. Новые тролли. Ну да, да. Ну, короче, этот трек мне не нравится совсем. То есть он... И запись, во-первых, меня козявит просто от того, что эта скрипка мне в левом ухе просто мозг проела. И сама музыка-то, в принципе, ну, как бы... У нее есть свое настроение, своя... Там, ну, это прикольно. Само это настроение, ну, оно неплохое. Но конкретно вот эта штука... Ну, вы поняли, это вот уровень, типа, на самом деле, этого Боярского, короче. Вот так.